возможность выписки в день роддомов и возможность сохранить и забрать плаценту. Вообще это неотъемлемые права женщины как человека и гражданина, потому что это регламентировано Конституцией Украины, статьей 3, приказом ОС номер 417. Женщина имеет право отказаться от всех обследований, а обязанности врача – предложить ей все эти обследования. Предложить. Эта возможность отказа также гарантирована законом Украины, основы законодательства Украины про охрану здоровья от 19.11.92 года, статьями 29, 42 и 43. Это также, если говорим о международном праве, декларируется статьей 1 Конвенции о защите прав и достоинства человека относительно применения биологии и медицины, известная Конвенция о правах человека и биомедицины. И в целом непредоставление возможности пересечь пуповину в те сроки, которые желают родители, забрать плаценту, это материнский орган, заметьте, и покинуть роддом, когда родители хотят, по международному праву и законам Украины является нарушением их прав со стороны роддома. Я до сих пор не могу понять, почему об этом не говорится среди юристов. Открытые родители, понятное дело, просто не знают о своих правах.